Последняя информация по авиакатастрофе в Хабаровском крае. Крушение потерпел самолет ЛТУ-410 хабаровских авиалиний. На борту воздушного судна находились, по разным данным, от 7 до 9 человек. Выжить удалось лишь 3-летнему ребенку. Девочку в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Сообщается, что самолет следовал по маршруту Хабаровск-Николаевск-на-Амуре-Нилькан. Лайнер совершил жесткую посадку в районе взлетной полосы населенного пункта Нилькан. Разбившийся самолет уже нашли, возгорания нет. На месте идут поисковые работы.